Доброе утро, друзья! Сегодня стартуем с Южного вокзала, с нашего центрального, и на Зеленоградск понеслась. Уже становится традицией, что я когда приезжаю в Зеленоградск утром, я присаживаюсь здесь, около кафе, и рассказываю вам новости, которые на сегодняшний день у нас есть. Итак, сегодня 27 мая, я в Зеленоградске, сегодня я пока один. Новости у нас следующие, и все хорошие. Вчера моя дочь участвовала в турнире янтарной ракетки в Светлогорске. Турнир продолжался 3 дня. Она завоевала серебро в одиночке и бронзу в паре. Вот такие у нее успехи. Вручили эти медали, серебряную и бронзовую. Подарок ценный какой-то и небольшой денежный приз. Так что мы поздравляем нашу Олечку с участием в этом турнире, с удачным участием. Еще одна новость, тоже наша семейная и тоже хорошая. У нас с Ольгой Петровной, моей супругой, сегодня годовщина свадьбы. 47 лет назад в Одессе мы с ней расписались, когда были еще студентами. Представляете, ребят, 47 лет, даже не верится. Вот такие хорошие новости наши семейные для вас, ребята. А теперь пойдем к морю, как обычно, я вам все покажу. И искупаемся, конечно. Идем. Выходим к морю, на море тишина вообще. Ветер юго-восточный, поэтому абсолютно нет волны на море, только небольшая рябь. Сегодня жарко, вот сейчас уже 20 градусов, будет 25. Водичка в районе 10. Хотя вчера был ветер северный, я купался в Светлогорске, вода была прохладная. Но сегодня, я надеюсь, будет лучше. Время отлива, старый немецкий волнорез наружу. Чистая водичка, просто идеально чистая. Отлично. Пляж потихоньку заполняется. Сегодня понедельник, будний день, но народу на электричке, а ехал было полная электричка. Ну, день-то чудесный, поэтому давайте, друзья мои, все на море. Ага, вот вижу, там Надя. Так, значит, уже компания будет. Тишина такая вообще, ребята. И жарко, реально жарко. Песок уже горячий. Через подошву чувствуется его тепло. Как здорово! Как здорово, ребята! Такой день чудесный. Праздничный день у нас и праздничный день у природы. Дарит нам вот такой красивый, солнечный. Безветрие. На море шпиль. Вода прозрачная. Она бы увидела меня. Сейчас пойдем тоже купаться. Я смотрю на экране, температура 8 по-прежнему, а воздух показывает 26. Это на солнце, наверное, градусник. Смотрите, как классно. Ни одного облачка. Кстати, сегодня действительно просто ни одного облака на небе. И по прогнозам также. Короче, все классно. Загораем часик и домой праздник делать. Еще раз доброе утро, друзья. Мы на море. Вы даже, наверное, плеск волны не слышите. Такая тишина, такая благодать. Здесь у нас на нашем кусочке пляжа постоянные люди, кто все время здесь бывает в этом квадрате. Девочки уже загорели, здорово, классно. А ведь еще даже лето не началось. Май месяц на дворе. Правда, конец. Ну, пойдем купаться, ребята, как всегда.
опять урожай собрал. Сегодня вода прохладная вообще. Было 3 дня назад, 2 теплее гораздо. Но ничего, все равно в кайф. Так, ребят, по поводу купания сегодняшнего. Опять вода похолодала. Уже 2 дня холодная вода. А 3 дня назад была гораздо теплее. Но, тем не менее, в такую жару это прекрасно. Бодрит очень здорово. Классно. Итак, 27 мая. Мы в Зеленоградске. Всем привет. Чудесный день. И, как всегда, по воде поброжу. Сейчас покажу вам водичку. Температуру воздуха я вам уже показывал. 8 вода, 26 на солнышке. А так вообще-то градусов 20, если в тени. Ну, какие-то водоросли в последнее время нам принесло такими клочьями, а кое-где вообще целой кучей. Не знаю, откуда они появляются, откуда их приносят. Ну, вот такими местами есть. Но вода от этого не грязнее не становится, она прозрачная, хорошая. Классная водичка. И солнышко. Сейчас раннее утро. Время 10 часов. Поэтому солнце у нас на востоке. Пока его невысоко стоит еще. Но тем не менее уже жарко. Уже здорово жарко. Я думаю, к обеду пляж вообще заполнится. Будет весь забит. Я наплаваю. Я говорю, наплаваю. Что там, медуза что ли? Там рыба. Рыба? Да вы что? Надо. Слушайте, ребят, тут действительно рыба на мелководье большая заплыла. Как интересно, я ни разу не видел таких больших и так близко. Вот как интересно. Видели, какая рыбка? Огромная просто. Рыба большая вообще такая, сантиметров 30. Как интересно. Ты там не замерзла? Слушай, вот стою, у меня ноги леденеют просто. Такая вода холоднючая. Обалдеть. Там Надежда загоняет на меня эту рыбу. Я хочу ее поближе попробовать снять. Она, по-моему, это больная. Да. Или раненая. Да, да, да. Вообще прикольно. Давай в ручки возьмем. Слушай, как она называется, эта рыба? Не знаю. Мне прям ее хочется взять. Ой, куда она уходит? Да не догонишь. В общем, не поймали. Слушай, у меня ноги замерзают просто. Ой, мне прям интерес берет. Опа, ты ее взяла вообще? Смотри, она что-то не очень прям. Мы ее отпустим. Давай. Слушай, подожди, это подлещик, слушай. Подлещик? Да. Да, да, это подлещик, он просто раненый. Отпускай, отпускай. Ага. Вот это класс. Ты это, супер рыбак. Ну, короче, подлещик это вот. Вот такой удивительный случай получился. Рыбку Надя поймала прямо руками. Но она, похоже, просто или больная, или ранена. Вот люди предположение сделали. Может, целитерная. Эй, рыбачка, посмотри сюда. Класс. Хвастаешься. Молодец. Здравствуйте, товарищ. Привет, 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 дорогой. Короче, заказал костюм 4 числа. Все ясно. Будешь у нас супермен, понял? Все хорошо, мы тебя не продаем. Все нормально. Что, вчера уже успешно пошло, да? Да, пожалуйста. Слышите, Надя говорит, посмотри, уточки приплыли. А тут вот какие уточки приплыли. Вы из водички? Привет, привет. А вы где зашли, куда и как? А когда вы зашли? Ну вот мы зашли. Привет. Так странно вообще. Здрасте. Почему мы не... А, Надя, мы о своем разговаривали, да. Все понятно. Все. Так,
Так, хватит нас снимать. Все, я пошел к уточкам. Давай. Иди отсюда, да? Надо же сегодня день какой. То рыба, то уточки. Прямо. Ути-ути. Красотулечки. Селезень и уточка. Красивые. Где-то им бросили там кусочек хлеба, что ли, они его. Вот зашел сейчас опять, только ножками в воду. Она холодная сегодня, а народа все больше. Народ, вы объясните, куда теплая вода девалась? Была же теплая. Унесло течение. Унесло, да. Сейчас ледяная сейчас опять. Ждем, когда друг... Да, собралась сегодня наша компания. Чудесно. Сегодня день получился, ребята, у нас богатый на события. Во-первых, друзья встретились. Володя, Оля, Надя. А потом мы поймали с Надей рыбу. Потом уточки приплыли. Вообще получился очень интересный день. Солнце пекло так, что пришлось три раза купаться реально. Хотя вода холодновата почему-то. Ну, в общем, прекрасный день прошел. Праздничный, классный день. Я очень рад, что побывал на море сегодня. Еще раз, ребята, всем привет из Зеленоградска. Чудесная погода. Как всегда, последний взгляд на море перед уходом, чтобы показать вам, как многолюдно у нас становится на пляже. Время 11:30 примерно. Волны нет, безветрие практически, теплый горячий песок, водичка, конечно, холодная, пока еще, но скоро все будет хорошо, ребята, это я вам обещаю, это лето будет, по прогнозам, будет аномально теплое, посмотрим, все, всем до свидания, счастливо, до скорой встречи.